Лидеры рынков продолжают делиться своим опытом на выставке World Food 2022. Один из них прямо сейчас пообщается с нами. Александр Яшков, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? ООО «Джелати», город Краснодар. Чем именно занимается компания? Производство мороженого из натуральных продуктов. Знаем, что сегодня вы были удостоены награды. Расскажите, в какой номинации победили и за что вам дали такие высокие? У нас было две номинации. Первая номинация – это молочные продукты, в том числе и мороженое. Мы взяли второе место, серебро, и победили в номинации «Здоровое питание». Взяли гран-при за сорбет «Ягодный пунш». Скажите, пожалуйста, знаем, что вашей компании 5 лет уже. Есть ли какие-то еще награды, которыми вы гордитесь также? Да, мы в 2019 году участвовали в международном конкурсе времени в Италии и вошли в десятку лучших. Нам дали большой красивый кубок. В этом году также на выставке международной взяли золото. В феврале это было. И наши местные там краевые какие-то конкурсы, в них тоже мы побеждаем периодически. Расскажите, вы сегодня здесь участвуете вместе с павильоном выставочным? Да, мы в павильоне там присутствуем, очень много контактов, очень много дистрибьюторов, которые заинтересовались сотрудничеством с нами, и я думаю, что будет хороший результат после выставки. Спасибо большое, тогда желаем, чтобы все ваши цели осуществились. Спасибо. Спасибо.